почему знамени пришли, какие потери. И тут я узнаю о наших потерях. Ну, вообще, что же за эти дни происходило? У меня было желание ему засунуть гранату в рот. Он мясник. Он до такой степени не считается с нашими жизнями, он врет в лицо и отправляет тебя туда. И ему все равно, что ты умрешь. Ему реально наплевать. И ты это чувствуешь, насколько ему наплевать, он как будто нас ненавидит, он как будто к нам имеет... Вот мы его все раздражаем. Не знаю. В общем, ему 27 лет. Что он в 27 лет может понимать в этой жизни? Выслужиться. Потом смотрю, в Запорожье награждают нацгвардию. Смотрю, комбатик мой стоит, там фотографируется, награждают.